I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be, like on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of life living in a gangster's paradise. Been spending most of life living in a gangster's paradise. We keep spending most of life living in a gangster's paradise. We got a nice in the house. Keep spending most of life living in a gangster's. Понимаешь, панды никак не могут быть расистами, потому что панды и черные, и белые. Ты понимаешь? Так что поэтому я меняю свой гендер на панду, потому что я хочу, чтобы все знали, что я не расист. И трахаю панд. Вы просили Биг Мак и дополнительный соус. Да. Так что что это? Это что? Это соус. Так, это соус? Да. Он дополнительный. Он Так, не надо вот это начинать. Послушай, брат, у нас с тобой недопонимание. Послушай меня, брат. Я слушаю. Это соус. Да. Он дополнительный. Он отдельно. Отдельно, но он же есть. Он должен быть в бургере. Нет, он хоть на небе может быть. Он дополнительный. Дополнительный. И не важно. И Господь дал нам определенную работу, которую мы должны выполнять. Мы должны наблюдать, мы должны быть готовы. И когда Иисус вернется обратно на землю, Он не найдет нас спящими. Однажды вы найдете себя в ситуации, когда вы подумаете, что вы готовы, что вы вложили всю свою любовь в Иисуса, но что вы для Него сделали? И вот Иисус вернется. Застанет ли Он вас спящими? Или Он найдет вас готовыми к тому, что вам назначено? Мистер Президент, здравствуйте! Это что за черт? Подожди, сейчас я... А, блин, переключился. Какого... Блин, копы! Быстро, быстро! Здравия желаю, вы превысили скорость. Товарищ полицейский, он туда побежал, честное слово. Это произошло в районе Эвергрин. Вот описание преступника. Вес около 70 килограммов. Темнокожий мужчина с золотыми зубами. На голове носил черную бейсболку. Мне нужно выгулять соседскую собаку. Он милый. Давай, детка, давай! Давай! Вперед! Молодец! Стой! Детка, стой! Пайпер, ты победила, стой! Вот, отлично! Не спеши, Ислам! Теперь не спеши, братчика, теперь не спеши! Твой! Твою! На голову правую ногу надо поставить! Да, да! Осторожно! Реклама. Горжусь, что в нашей стране есть люди, способные создавать электронику на уровне топовых западных брендов. И самое главное, с адекватным ценником. Тюменский Илон Маск и его наушники CG Pods от компании Case Guru уже 4 года в лобовую конкурируют с яблоками и опережают AirPods по динамике роста пользовательского интереса. Все функции не придумка маркетологов, а железобетонный факт. У CG Pods самый большой в мире динамик — 10 мм. У наушников антропометрически выверенная форма. Они не жмут, не давят и не выпадают, в отличие от яблочных. CG Pods Allure — новинка в 5 цветах, а микрофон с шумоподавлением отсекает внешние шумы. CG Pods X с самым прочным кейсом в мире, держит нагрузку в 220 кг. Плюс наушники обладают влагозащитой. CG Pods Air Pro — микрофон такой же, как у яблочек, с кристальным объемным звуком. CG Pods стоит в 4 раза дешевле яблок. Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании. Там тебя ждет промокод STIGLIAR2308 на скидку 200 рублей. Мы любим тебя, Шейн, с днем рождения! Всего хорошего! С днем рождения, Шай-Шай! С днем рождения, любим тебя! Дядя Джимми сегодня утром умер. Осторожно, впереди камера! Спасибо, чувак! Блин, это очень мило. Ты такое когда-нибудь видел? Не-а. О, смотри, еще надпись. Простите, мы пошутили, теперь вы замедлились. Блин, так он пошутил.
Вот засранец, блин. Ну, это смешная шутка, ладно. Ну-ка, подожди. Бляха, реально камера. Вы сейчас серьезно? Вот же ж... Надпись «Простите». Итак, этот психопат в переписке притворяется 9-летним мальчиком. И он думает, что познакомился с другим 9-летним мальчиком. Так что мы сейчас его пригласим в гости и зададим пару вопросов. Сейчас что-то будет. Итак, он написал, что подошел. Посмотрим на этого урода. Грисом, я не так хотела гулять. И сейчас у нас поздравление. С 80-м днем рождения поздравляем мисс Огромные Сиськи. Поздравляем вас, мисс Громный. Надеемся, у вас сегодня прекрасный день. Давайте зададимся вот таким вопросом. Можно ли пройти Fallout New Vegas, не нарушая 10 заповедей? У кого день рождения совпало с какой-нибудь особенной датой? Открываем новый мост! Ай-яй-яй-яй-яй, как же так? Как можно было на этом бюджет попилить бамбук, сука, бесплатный? Тростник мне взад. Я проспала автобус и на пути в школу вспомнила, что забыла свой рюкзак. Андреас? Что? Я рюкзак забыла. Что? Рюкзак забыла. Нет вообще ни одной причины, по которой я развернул бы баранку этой машины. Ты поняла? Тебе придется найти камень и стилус перед тем, как зайти в класс. Потому что так ты сегодня будешь записывать. Тебе нужно было вытащить голову из задницы, и вместо того, чтобы сидеть в телефоне, лучше бы не опаздывала на автобус. Еще и меня разбудило, чтоб я отвез ее, блин, в школу. Спасибо. Да иди ты! Так, мама, ну-ка стой, не дергайся. Ну что такое? Я вижу добычу. В кустах. Хорошо. Чай буду охотиться. Я поймаю его. Просто будь осторожен. Да все будет нормально, ма, не волнуйся обо мне. Тут всем хватит места. Че это за животное? Это антилопа гну. Чё? Антилопа гну. Антилопа гну? Не беспокой его. Я антилопа сру. Слышь? Его и так все достают. Ты меня назвал антилопой сру? Да не тебя, зебра, ты нормальный чувак. Я говорю вот с этим членоголовым. На нашем поле. Муха жужжит, что ли? Очень смешно. А у мухи есть гребаный рог? Нет, как и у тебя. Слышь, у меня возвышенность тут. Но это ж не рог. Ну так давай сюда на мой рог. Возвышенность. Жопу давай свою. Ты почувствуешь. Я не боюсь. В смысле, ты убегаешь? Иди пожри где-нибудь в другом месте Африки. Слышишь, я лет 20 тут кушаю. Это не твое пастбище, это наше пастбище. Томас. Иду, мам, иду домой. Я дал ему просраться, мам. Господи, сядь. Привет, как у вас дела? Хорошо. Шоколадное молоко? Да. Ты не берешь, только она? У нее нет денег. Ой, не-не-не, я понял, запахло жареным. Я кое-кого убила. Вызываю полицию. Сейчас идет неделя Хэллоуина. И акушер, который будет принимать роды, пришел вот так. Просто Бэтмен был занят в этот момент. В общем, моего ребенка принимал Джокер. Все прошло удачно. Доктор Пол шикарен. Давай, поднимай, ну! Ловите. Я занимаюсь тем, что захожу к людям на прямые эфиры, изменяю их фотографии и говорю, что мы с ними очень сильно похожи. Пишу сообщение, мы с тобой как две капли. Мы похожи? Это самое грубое, что мне когда-либо говорили. Мы вообще не похожи.
Папа, мучачи жопу надеренте. Иисус! Вот незадача. Блин, я ж по-русски заговорила. Представляю вашему вниманию пиццу Подгорита. Так, я рядом. Сейчас я на тебя кончу. В смысле, рядом с тобой. В смысле, в тебя. На тебя. То есть вокруг. Ладно, в тебя. Помоги мне! Помоги мне! Верни их назад! Нет, посмотри, какие они веселые! Блять, да мы даже не буддисты! Зачем они нам нужны здесь? Ну и ладно, что мы не буддисты, что такое-то? У тебя что, в игре есть телефон? Смотри, только попробуй там сучкам писать что-нибудь. Играет он, бля. Слышь, давай, открывай, показывай сообщение. Давай, открывай смски быстро. Здравствуйте, вы попали на камеру наблюдения. Посмотри, там записка. И у него ремешок и все такое. Это, блин, скелет? Боже, это очень смешно. Давай почитаем. Девять лет прошло. Да что не так с этим деревом? О нет, не делай вуф. Дам тебе двадцатку. Позвони тому, кто возьмет трубку, и тому, кто не возьмет. Хорошо, я позвоню маме. Она точно возьмет. Да? Привет, спасибо, что подняла. Теперь позвони тому, кто не возьмет трубку. Абонент недоступен. Кому звонила? Своему деду. А че он не взял? Так он помер. Можно я кое-что скажу? Давай. Итак, я трансгендер, и я прошла через много нервных срывов. И это все часть жизни. И самое главное, что весь живой мир находится в наших руках. Мы можем его спасти и сделать его домом для всех. На этом интервью тебе задавали разные вопросы. А все, что ты делал, это пел песню Элтона Джона, которую ты не мог вспомнить. Так, я должен кое-что сказать. У меня есть проблемы с запоминанием текста. Я помню мелодию, проигрыши. Ну смотри, узнаешь ли ты песню, в которой поется вот так? Ты сидишь, поешь за пианино. Грязные, мерзкие панки приехали на фестиваль, распугали всю рыбу. Смягул очень голодный. Как наш босс отвечает на звонки. ДФГ, городской морг. Вы убили, мы закопаем. Pues sí, apenas quedan 24 horas para abandonar este gesto. Un gesto que llevamos repitiendo desde hace 2 años y 9 meses, concretamente desde el 3 de mayo de 2020. Ahora ya deja de ser obligatoria a partir de mañana, aunque hemos hablado con muchos pasajeros. ¡Ay, mierda! У мамы Джонни было трое детей. Одну звали Пенни, второго звали Николас.
А как звали третьего ребенка? Четвертакулус? Тут нужно небольшое пояснение, даже видео пришлось найти про эти деньги. Один пенни — это 1 цент, один николас — это 5 центов, один дайм — это 10 центов, а четвертак — это 25 центов. Теперь вы это знаете, в отличие от парня из этого видео. Давайте, мужики, у вас получится. Скажите, когда уже будете готовы. Да нифига себе, оно не двигается. Дана, спится, чем вам помочь? Так. Хорошо, без проблем, уже начинаем работу. Вам спасибо. Люблю вас. О, блин. Вот это я понимаю сервис. Нет, мы не плюем. Если это у тебя во рту, ты это глотаешь. Заткнись нахер. Даже не смей. Если бы ты могла убрать все браки по расчету, ты бы убрала их или нет? Нет, конечно. Для многих людей это выход. Для очень многих. Честно говоря, я иногда сама завидую своей сестре. У нее дом в 15 тысяч квадратов. Частный самолет. И мертвая свекровь. А у меня в жизни что, а? Что-то там сама делаю. Во время сватовства его мама скоро дойдет. Знаете, что я получила на День Святого Валентина? Карточку для метро. Что? Ты что, меня обезьяной назвал? Воу, чел! Когда в кино показывают арабскую страну. На заднем фоне поет женщина, пока герой бредет по пустыне. Случайный кадр с жующим верблюдом. Девушка с прикрытым лицом смотрит в камеру. Эффекты жары. Рандомное приветствие. Добро пожаловать, мой друг. Смешной персонаж говорит забавную фразу. Мать твою, что здесь так жарко, как летом в Диснейленде? Когда жертвуешь девушкой в квесте. Привет, девчонки! Здорово! Дайте ваш снэпчат! Нет! А твой можно? Почему ты в женском туалете? Потому что я женщина! Это что, притеснение? Отмена! Я даже комментировать это не буду, просто покажу вот этот кадр. Здравствуйте, сэр. У вас есть пара минут? У меня есть значительно больше. Значительно больше? Почему? Да заняться нечем. У вас интересный акцент, кстати. Вы из Англии? Интересный акцент? Твой вот очень примечательный. Американский акцент. Сколько вы в Америке? Слишком много. Что вам нравится в городе? Ничего. Тут все засрано. Посмотрите на тротуар. Ужас. Я был в большей части мира. В отличие от американцев, которые не были нигде. Интерес американцев к другим нациям и другим людям равен нулю. У некоторых людей здесь есть паспорта, но только чтобы смотаться в Канаду или Канкун. Что вам нравится в американцах? Жена. Покеда. Дело номер 15303. Хорошо. Мистер Бут, у меня к вам вопрос. Да, мэм. Вы ходили в среднюю школу Наутилуса? О, Господи!
Господи! Мне очень жаль видеть вас здесь. Всегда было интересно, чем же вы занимаетесь. Господи! Это был один из самых прилежных ребят в средней школе. Господи боже! Он был лучшим учеником. Его всегда выделяли среди других детей. Посмотрите, что случилось. Мне очень жаль. Господи! Мистер Бут, я надеюсь, вы найдете путь к искуплению. Удачи вам. Господи боже! Как же мы постарели. Господи боже! Всего хорошего, сэр. Надеюсь, что вы справитесь с проблемами и начнете законную жизнь.